Окей, ребята, привет, я Дима, и сегодня я вышел к вам с подкастом, который давно очень хотел уже снять, на несколько основных тем. Первое, это, конечно, то, что мы с Евой стали родителями для замечательной. Спасибо всем тем, кто поддерживал нас, всем тем, кто поздравил нас, всем тем, кто помог нам. Это очень-очень здорово. Я всех перечислять не буду, потому что всех не упомню. Людей действительно было очень много среди подписчиков, среди друзей на YouTube, среди блогеров. Это прям вообще от души огромное спасибо. Это очень сильно помогло. Те, кто это сделал, те, собственно, знают, о ком я говорю. Спасибо вам, ребят, спасибо вам огромное. К другим темам, если переходить, то это, конечно же, закрытие ПЗР-инфо. Я долго размусоливать не буду. И вообще, этот подкаст не очень долгий будет, потому что незачем, на самом деле. Коротко о главном, грубо говоря. ПЗР-инфо закрыт, действительно, заморожен, закрыт, относитесь как хотите, но на самом деле вы можете отписываться уже от ПЗР-инфо, смысла находиться там нету. Эксперимент, длившийся несколько лет, признан неудачным. Если хотите, я могу краткую историю рассказать. Мы пытались создать площадку новостную, где вместе с авторами подписчики и пользователи смогут создавать контент, общаться друг с другом. Это я говорю о сайте. Сайта нас раз 10 кидали. Это вообще отдельная история, ничего не получалось. Нас кинули также и с финансированием, поэтому люди ушли с основного канала на ПЗР-инфо уже. Собственно, когда люди приходили на ПЗР-инфо, мы ждали этого финансирования, но мы его не получили, поэтому ушли и подписчики, которые подписались на меня лично, потом увидели тот контент, который мне интересен. В общем, все пошло коту под хвост именно из-за того, что финансирование нам отказали, так как денег у источника не оказалось более. В это вдаваться тоже нет смысла в подробности. Далее, как вы знаете, мы пытались очень долгое время на ПЗР-инфо именно отдельно на канале работать, но в конечном счете это происходило уже без оплаты. Если когда ребята создавали контент для вас на моем канале, на основном канале, я всем платил, и делал даже такое, что я уходил в минус по собственному доходу, то есть я получал там, допустим, с YouTube 1080, платил зарплату 1200. Как это происходило? Я забирал заказы и сам выполнял эти заказы, зарабатывал на стороне и с этой стороны выплачивал деньги ребятам, которые работали на канале. Оставлял себе там 5000 рублей на месяц, 10000, и нормально мне было. Таким макаром я умудрился загубить абсолютно все, ну а ребята, которые получали деньги, перейдя на ПЗР-инфо на бесплатной основе, не смогли выдержать это на долгом маршруте. Большинство отказались от нас спустя пару месяцев, уйдя зарабатывать на стороне. Ну, оно и понятно, потому что мы с этими ребятами поговорили, они сказали, что, в принципе, мы готовы работать, но нам тоже жить хочется. Это понятно, это естественно, это очевидно. Остались энтузиасты, которые согласны были за идею вперед толкать все это дело. Но в конечном счете управляющий канал Дангар и главный редактор Александр Маньков пришли к итогу, что без вливаний, без денег и без каких-то поощрений для авторов канал никуда не продвинется. После этого я принял решение взять на себя роль главного управляющего, освободив Дангара от этой роли. Передал роль главного редактора другому человеку, и мы еще пару месяцев пытались хоть что-то там выскребсти. Как оказалось на деле, те ребята, которые остались, они, в принципе, говорили о том, что согласны работать, да, так. Но ничего не получалось. И ничего не получилось в конечном счете.
ПЗР-инфо канул в лету. Я хочу сказать спасибо тем, кто нас поддерживал, опять же, и спасибо ребятам, которые работали на ПЗР-инфо. Без вас его бы этого не было, я перечислять всех не стану. Я не забуду никого, просто не стану перечислять, потому что это не зачем. Мы команда были, команды распались. Я думаю, что если в будущем что-то как-то кардинально изменится и все наладится, то, возможно, эта же команда и вернется назад. Может быть, не вся, может быть, кто-то предпочет другой путь, но я надеюсь, что те ребята, с которыми мы сработались, вернутся к нам уже тогда, в будущем. Вот на это далекое будущее я и рассчитываю, но там, в этом самом будущем, я бы попросил себя не наступать на те же грабли, что и в прошлом, и, учитывая ошибки, уже создавать коллектив так, как это должно было быть изначально. В общем, это все организаторские такие вопросы. Я лишь хочу для вас донести, что без поддержки, без просмотров, без актива, без активности, без лайков, без комментариев проекты губятся, проекты рушатся. И это и произошло. Собственно, то же самое сейчас происходит с «Помидоркой за решеткой», но это такой проект, который он лично мой и лично у меня в сердце, поэтому даже если будет смотреть 100 человек, я все равно продолжу это дело, я вам это говорил. Да, большинство людей отказалось, я как посмотрел на просмотры, на нынешние смотрел, вы не думайте, что я как-то мимо себя пропускаю, конечно же, это мое детище, и все спады и все возвышения идут через меня, в первую очередь, все, любые изменения. Я посмотрел на просмотры предыдущие и вот думал сначала, очень долго думал о том, почему же такой спад. Сначала я думал, что это все-таки из-за того, что тогда, несколько лет назад, я пригласил на свой канал много ведущих, которые запланили канал своим контентом. По моей просьбе, у меня был план тогдашний, я уже говорил об этом. И большинству это не понравилось. Я думал так. Но с тех пор, как я реорганизовал канал в обратную сторону и вновь один я тружусь на «Помидорке за решеткой», прошло достаточное количество времени, и с тех пор подписалось более 200 тысяч человек на канал. А просмотры те же. У меня ощущение, что либо меня кто-то накручивает, сидит. Просто сидит, а делает нехер и крутит мне подписчиков. Либо на меня почему-то подписываются люди, которые не знают, что хотят, они проходят, тыкнули подписон и ушли. Либо я даже не знаю, что думать, потому что ничего не поменялось с тех пор, как я реорганизацию провел. Ничего. А по факту не получилось вернуть предыдущих подписчиков, так еще и те, которые 200 тысяч подписались чисто на меня уже, на тот контент, который сейчас есть, тоже куда-то делись. Сразу же, моментально. Подписались, ушли, подписались, ушли, подписались, ушли. Непонятно. Мистика какая-то. Еще из моих личных замечаний, это то, что раньше бешеное количество просмотров на канале набирали ролики по играм, которые интересны, которые в тренде. Это означает, что я-то никому не интересен. По факту, канал блогера какого-то живет только ради блогера и только за счет усилий блогера. И я никогда не хотел быть человеком, который живет за счет игр. Я не хотел становиться летсплейщиком, который будет пытаться лететь за трендом, за хайпом и прочим. Я надеялся всегда быть интересным публике именно самостоятельно, чтобы у меня развязались руки и чтобы я мог играть в те игры, которые я хочу, тогда, когда я хочу. А при этом радовать людей, которые подписались на меня, и, быть может, им нравятся комментарии, быть может, им нравится подача, не знаю. Я хотел именно этого. И я своего добился, собственно, там сколько, 3-5 тысяч человек остались, которым нужно именно это, остальным нужны моментальные прохождения новинок. Это показал Far Cry, Assassin. Когда эти игры выходили, я быстро их выкладывал и набирал быстрое количество просмотров. Тот же Mad Max. Я также делал эксперименты. Точнее, это не эксперимент, это так сложилось, но я потом проводил аналитику всего происходящего. Если вы сейчас подумаете и скажете, что да нет, Дим, ты не прав, на самом деле просто действительно нужно трендовые игры проходить, и тогда и ты будешь интересен. Но я вам скажу, что
произошло так с одним прохождением трендовым, что была пауза. День. Один день. Я выкладывал ролики 2-3 дня, по 7, по 8 роликов в день. Они набирали по 15, по 20 тысяч просмотров, по 30, по 40. А потом была пауза один день. И за этот один день 20-30 тысяч человек ушли на другие каналы. Им похер было на то, кто проходит и как проходит. Им важно было посмотреть на игру. И все. Соответственно, когда через день я продолжил также в том же ритме по 8-10 роликов в день выкладывать этой игры, просмотры упали с 20-30 тысяч до 5-8 тысяч. Вот вам и показатели, и ответ на вопрос, почему просмотров так мало. Кстати говоря, есть также львиная доля людей, они сейчас очень часто появляются в комментариях, которые почему-то смотрят каналы только популярных людей. Это, знаешь, как... Не знаю, я не знаю, как это объяснить. Они тянутся только к тем, у кого большие просмотры. Их бесит, когда они смотрят то, что непопулярно, даже если это им нравится. И очень часто в комментариях люди появляются, типа, бляха-муха, я вот тебя, конечно, пытаюсь смотреть, но тебя вообще никто не смотрит. Вот Брейн, я понимаю, 300 тысяч просмотров, короче, пошел я к нему. Ну, вот такого рода, да, я им вот не дословно, но вот такого рода комментарии прям вот из рода изобилия. Их полно сейчас у меня, я их баню, потому что мне оно и не надо. Смысл, чтобы такой человек возвращался, типа, а, вот опять у него много просмотров, вернусь, посмотри, такая просмотровая шлюха, мне вот таких шлюх не нужно. И я этого тоже, если честно, не понимаю. Если тебе нравится, если ты кайфуешь, то зачем? Почему? В общем, что? Не знаю. Короче говоря, вот такое вот еще и положение на канале. Я сейчас буду проходить игры, которые мне нравятся, в которых я кайфую, пытаться что-то делать, какие-то монтажи, потому что мне тоже это интересно. Стримить на Твиче сейчас, конечно, реже, чем ранее, потому что ребенок, потому что ответственность, потому что меньше времени, потому что много чего хочется успеть. Буду надеяться, что вы, по крайней мере, 3-5 тысяч человек, которые меня смотрят, именно меня, а не игры новые, останетесь со мной. Вместе с вами, в теплой атмосферке. Как замечали на стримах, очень хорошо, когда очень мало людей, можно тепло пообщаться и со мной, и между друг другом. Это хорошо, это мне нравится. Я всегда хотел теплую атмосферу на канале. Да, не получилось ее выстроить на массу, на массового зрителя, но зато у меня огромное количество друзей среди блогеров, которые появились у меня только благодаря каналу, и огромное количество товарищей среди подписчиков уже сейчас, с которыми я даже периодически работаю вместе. А также у меня отличная аудитория из 5000 человек, которые меня смотрят и которым нравлюсь именно я, а главное, они мне тоже очень сильно нравятся, и я ради них очень на многое готов. Я вас очень сильно люблю, спасибо вам большое тем, кто вот именно вот смотрит меня. Спасибо, что что-то разглядели во мне и остались. Большинство из вас действительно старые подписчики, не новые. Есть, конечно, и новые, вам тоже спасибо, надеюсь, не разбежитесь. А вот старым подписчикам, ребята, которые и тогда были, и переживали со мной, и взлеты, и падения, вам огромное спасибо. Вы самое ценное, что у меня есть на YouTube сейчас. И действительно, только для вас. Ну, так и получается, что только для вас я и буду записывать. Спасибо вам большое. Так, ну что, и к последней теме. Как вы знаете, я участвую в турнире блогеров по игрушке Overwatch. И сейчас вот 5 мая. И открылось бета-тестирование на всех платформах. Насколько я знаю, турнир будет проходить вроде как на плойке, на PlayStation 4. И я призываю вас всех сейчас скачать, собственно, бету на плойке 4 и присоединиться ко мне. Я прямо сегодня, прямо сейчас вот запишу этот подкаст и метнусь на Twitch, на свой Twitch, на котором давно не стримил, чтобы потренироваться, чтобы хоть как-то немножко вникнуть в игру. Это игрушка не для геймпада, но я буду не играть в геймпад. С геймпада, соответственно, потому что на PlayStation 4, да, игра. И турнир вроде как тоже на плойке 4 будет. Поэтому должно быть интересно. Вы приходите. Ссылка и на Twitch, и на игру я оставлю в описании. Буду
вас всех ждать. Я не знаю, там очень много блогеров, я вообще понятия не имею, как я туда затесался, зачесался, после того, что я вам рассказывал, да, со своей аудиторией в 3-5 тысяч человек. Там Фросты всякие миллионные, Юзи миллионные, там, господи, там даже Миша Галустян придет как специальный гость. И вот как я туда попал, я понятия не имею, но я постараюсь хоть что-то выжать из себя, придя на этот турнир. И спасибо Blizzard за приглашение, спасибо вам за то, что позволите принять в этом событии участие. Ну и вам, ребят, те, которые придут меня поддержать на Twitch, тоже огромное спасибо. Увидимся там тогда, увидимся там, увидимся на Твиче. Приходите, опять же, ссылки в описании все я оставил. Буду вас ждать. Давайте, ребятки, покеда. Хорошо вам настроение, помните, сейчас все окей, а дальше короче.